Хорошая экология – основа крепкого здоровья и долголетия. Каждый может внести свой вклад в ее улучшение. С целью напомнить об этом, в городском округе уже второй раз проводят масштабный экологический фестиваль «Экобум». Для участников мероприятия организовали разные активности. Тему продолжит наш корреспондент. Экологический фестиваль «Экобум» объединяет в себе традиционные акции городского округа, которые направлены на сохранение природы. В Центральном парке собирают и сортируют макулатуру и старую электронику. Бумага и картон спасут от вырубки деревья, а неработающая техника получит вторую жизнь. Мы привлекаем внимание к раздельному сбору мусора. Мы в течение года рассказываем детям о том, что не надо выкидывать электронику, потому что многие фракции разлагаются до 500 лет в естественных условиях, что ее надо сдавать на вторпереработку, что надо сдавать макулатуру, а не рубить следующее дерево для того, чтобы сделать очередную партию бумаги. Причем бумага из вторсырья по качеству ничем не отличается от свежесрубленного дерева. Уже по традиции участники фестиваля строят башню из старой техники. В этот раз высота строения достигла 5,5 метров. Также для всех гостей организованы спортивные игры, концерт, конкурсы и мастер-классы, которые связаны с экологической тематикой. Я принесла макулатуру, участвовала в фестивале. Нам давали всякие билетики. За них мы скоро получим подарки. Здесь проходит много мастер-классов по изделию. Перерабатывать электронику. Мы из Сибирской академии приехали на прекрасное мероприятие. Приехали с большим количеством техники сдать на переработку, потому что это важно, полезно. Да и в целом получили море эмоций, удовольствия от того, что здесь происходит. В 2020-м люберцы признали экогероем за популяризацию раздельного сбора электронных отходов. Весной этого года на экологическом фестивале собрали больше 12 тонн макулатуры. В этот раз организаторы поставили цель установить новый рекорд. Мы с вами знаем, что чем больше мы сдаем вторсырья, тем больше мы вкладываем своих усилий в сохранение нашей экологии, так как тонна макулатуры сохраняет 20 деревьев. 20 деревьев – это порядка 300 литров воды, это 300 кубометров воздуха. Сохраняя экологию, мы сохраняем наши красивые города, нашу природу, деревья. Экологический фестиваль прошел с большим успехом. Вся собранная макулатура и электроника отправлены в пункты переработки вторсырья. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Артем Морозов. Люберецкое телевидение.